У меня есть реальный пример, когда вот у меня работает, у меня интернациональная совершенно как бы вот такая вот организация, сотрудники, большое количество, и проект называется также, как бы там, если можно, я скажу, или не, можно, да, ты понаехали, я специально назвала как раз год назад, чуть меньше года, потому что действительно очень хотелось просто показать и сказать, что да, действительно, мы понаехали в этот прекрасный город, очень иронично, и пустили свои корни, любим этот город и созидаем для него и так далее. Поэтому любой человек, который приезжает сюда для того, чтобы созидать, пусть это беженец или другие какие-то цели преследует, то я только за. Для того, чтобы создавать те или иные условия, и чтобы люди могли жить и созидать. Но я предполагаю, что большинство людей все-таки мечтают вернуться в свои дома, и это очень временный такой этап, сложный для России в том числе, когда нужно просто показать свою культуру, показать свои традиции и неким образом создать те условия, которые позволяют в сложной ситуации людям пережить вот эту беду.